Так, ребята, тут вот инструмент Chrome Extension для чтения чата во время трансляции YouTube. Отфоркнутый от похожего решения, взятого за основу. Там читается чат у него всплывших окон, всплывших в этом самом. Во время того, как вы смотрите просто обычную трансляцию там на Ютубе, на Ютуб гейминге, что-то в этом духе. Я сделал, чтобы это работало в окне прямой трансляции без того, чтобы окно чата было всплывающим. Добавил очистку очереди сообщений по нажатию Escape и паузу, когда вы говорите в микрофон. Значит, ну еще там кое-что добавил. Инструменты управления, то есть там у него не было никаких кнопок для того, чтобы чистить, ставить на паузу и запускать это в случае, если само не запустится. Значит, что надо сделать? Вот сюда зайти. Тут скачать в расширение, загрузить распакованное расширение, распаковать то, что скачали, выбрать. Все, оно у вас появилось. В окне прямой трансляции просто, значит, сначала что вы делаете? Добавляете, ну, припиниваете эту штуку. Открываете, выбираете здесь голос, который вам нужен. Выбираете темп. Вернее, выбираете скорость, вот это, да, выбираете темп. Громкость звука, задержка между сообщениями. Все. Выбрали, обновили. Или Умин, привет. Или Умин, привет. Или Умин, тест. Или Умин, я схожу за Погоди, погоди, молоком. погоди, помолчи, помолчи немножко. Когда Серьезно. меня попросит жена. Или Умин, у меня старый и ржавый Мерседес. Или Умин, и еще Вот, и смотрите, кое-что. значит, я когда говорю, она останавливается. Ну, собственно, это и нужно было сделать. Это работает. Или Умин, Эньяет. Все, спасибо всем за внимание. Если что, там, пишите в комментариях. Делалось это на скорую руку. Если что-то там не работает, пишите где, почему, да, что и как. Ошибки всегда будут у вас вот здесь, вот, вот. Их можно скринить, там, присылать, связываться, там, в Discord писать. Так, и еще кое-что, значит, голоса, да, вот здесь список голосов. Вот смотрите, да. Microsoft Arena, вот это вот все. Короче, вот это все надо устанавливать вот здесь. Вот тут берете, ставите, они у вас появляются. И вот тут они будут. Это базовые, виндовые. Если вы хотите самые хорошие голоса, а это будет у вас голоса от Ивоны, ну, самый лучший Татьяна, на мой взгляд. Еще Максим у них есть. Среди русских, да, подчеркиваю, на другие языки мы не обращаем внимания. Google тоже не очень хорошо дает, не очень хороший голос, но вот эти от Ивоны самые лучшие, но они платные. Вот. Смотрите, Ивона, Татьяна Бэй, да, сколько будет стоить? Привет, меня зовут Татьяна. Я один из голосов программы.
Ну, короче, на 30 дней скачайте, тут, по-моему, бесплатно, да, вот 30 дней триал. А дальше будет 39 евро платить, да, естественно. Вот, я даже не сомневайтесь, обязательно нужно поддерживать, чтобы богатели разработчики, чтобы больше добра делали. Да, еще кое-что. Значит, в интернет-магазин Chrome Extension я добавлю эту штуку, вот она есть. Появится она, когда пройдет модерацию. Это, наверное, будет через дней 30 после того, как этот ролик появится. Но это не важно. Главное, что есть на GitHub, это вы можете это руками загрузить, никаких проблем.